В этом году погода не перестает удивлять. Начало июля выдалось аномально прохладным. Последний раз такая погода наблюдалась в 2005 году. Однако раньше времени переживать не стоит. Уже к концу недели температура повысится. 7 июля воздух будет прогреваться до 24-29 градусов, а ночью ожидается 12-17 градусов. А вот первая половина недели будет немного прохладной для июля. Днем 21-26 градусов тепла, в ночные часы всего лишь 7-12 градусов. Такой температурный фон создает северный ветер. В середине недели он изменится на юго-западный. Также в конце недели ожидаются осадки. Местами кратковременные дожди и грозы с усилением ветра с порывами до 13-15 метров в секунду. В целом прогноз на июль внушает оптимизм. Судя по тому, как начался период июля, то есть и, скорее всего, до первой декады все-таки будет чуть ниже нормы, вот, но потом постепенно вторая и третья декада все-таки увеличат шансы, что мы выйдем за прогноз ниже нормы и порадуемся тому, что июль самый жаркий месяц, наверное, так оно и должно быть, все-таки не такой продолжительный период летнего времени, поэтому пусть хотя бы июлю достанется то тепло, которое оно несет и подтверждает собой как самый жаркий месяц на нашей территории. Было бы действительно неплохо, ведь тепла очень ждут дачники. Из-за холодного мая теплолюбивые культуры запаздывают примерно на 2 недели. Однако избыток весенней влаги помогает растениям выжить. Но в целом даже такой холод с теплицами не страшен. Синоптики утверждают, что в июле ситуация в огородах наладится. Также подведены некоторые итоги июня. Как раз-таки в этом месяце влаги было маловато. Однако температурные показатели находились в пределах климатической нормы. Из-за того, что все-таки температурный режим июня оказался для территории не одинаковый, то есть не такая большая протяженность республики, но тем не менее мы получили, что часть территории, центральные районы оказались по прогнозу в пределах нормы. Восточные районы на 1 градус выше нормы, а вот западные на 1 градус ниже нормы. Ну, если обобщать, то 1 градус не такое уж большое значение. Все-таки июнь оказался близким к многолетним нормам для всей территории республики. Но по осадкам отмечался недобор, то есть те дожди, которые прошли, они все-таки оказались меньше нормы. И вот тот недобор осадок, скорее всего, мы надеемся, восполнит июль. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев. Наши новости.